ночью там по-любому закрою. Грязные, да? Полигон до этого, дороги далеко? Вот полигон. Не полегче. Что это пришел компромат на нас снимать? Да. Это мой срач, не смей его снимать. Что ты делаешь? Тебе фотик или видео? Видео. Снимаешь? Снимаешь. Я некрасивая. Я некрасивая. Не накрашена. Открой мне. Спасибо, трусы к тому. Ты снимаешь. А я не тебе. Так, ты можешь, ты сипни? Нет, а вон там. А, сказать или нет? Вон мачете. Есть ножик такой. Голова там уютненько расположились. Уютненько? Нет, что ли? А вы по ширине себя проверили, что вы там вдвоем лезаете? Так, а у вас одинаковые фирмы эти? Да. Я понял, эта штука будет открываться. Полкило еды. Это надо для Дэвида сейчас? Да. А что это? Нет, коробка была. Я не помню, где она. Леза какая-то. Какая-то? Не знаю, коробка не стоит. Погрязла срать. Да, с подушечками? Нормально. Леза. Это мясные биточки. На биточке. А? От воды он водонепроницаемый. Макс, ножик. Маникюрный желательно. Я всю электронику вытащил. А все вытащили, да? Да, там осталось так. Так, вот большой. Вот маленький. Вань, да. А у меня вопрос. Ты не взял, да, консервы открывать? А зачем? Мне каша. Не знаю. Не, ну у меня есть какая-то там открывашка с помпой. Так, а ноги поменьше. А, ну это вопрос. Да. Да, это еще ничего. Можешь придумать, поставить ее боком. Это только тент. Тут же можно тент поменять. А, боком? Не, боком. Этого не будет, так что... Вот так что вот перевернуть. Ничего не задуется. Просто она крайний случай. Не будет крайний случай. Приду в гости на крайний случай. Крайнего случая не будет. Надо же все собрать. Потому что не будет крайнего случая. Потому что погода не говорит, что будет шторм. Да не, погода нормальная, да. Погода не говорит, куда будет ветер. Шторм. Как-то вытянуть.
Тоже кто-то хомячит. Хочу роллтон с тушенкой. Ой, да, а с сосиской. Да. Я хочу тушенку. Хлеб можно. Что там тушенка? А тушенку и жарят лучше всего, на самом деле. Здесь ножик. Да вон там есть мачете, могу мачете. Целая лагут срубить прямо. Можно танцовщики тушенку разжарить? Можно. Можно так? Просто, блин, она там жира много, она ее лучше разжарить. Давай сюда чесалка этот. Блин, ну что, грязненько. Я не знаю, как делать. А что будет? Это видос? Да. Да? Да. Да. Кто спрашивал? Я. А, маленький наш. Не, ну. Такое это я пропустил, а зачем нот? Ваня все интриг сломал. Ну ладно. А увидели там у одного чувака в автомобиле рука оторванная лежала. И Ваня такой с ножом проезжает. Лучше снимать было Олесю, когда на ее лицо, когда она это говорила. Упоение. Что тут? Это жесть, оторванная рука лежала. Прям рука лежала? Оле, а? Рука прям лежала? Да, оторванная. Прям тут на стекле почти на лобовом, ну под лобовым стеклом. Это мы сейчас проходили. Приезжали, да. Около магазина там чувак. Жесть, почему? Почему мы его не видели? Да, почему я тоже это не видела? Не знаю, что я себе буду. А ты что хочешь сделать? А? Что ты хочешь маленько сделать? Копать, чтобы ничего не горело. Видишь, сухое снизу все. Че ногами тушить? Маленько копать. Оп, чтобы нормально было. Макс, остаемся на неделю. Да. Давай, Вань, я согласен. Это, я согласен. Марки рядом за еду съездим. Ну да, я на неделю готов остаться. А, атаки 25. Дай рыбу. А ты хороший вопрос. А вот тут. Можно так и на неделю остаться, я согласен. А? В городе делать нечего. А? Ну а что в городе делать? Ну, дача. Дача-то не то. Чем тут не дача? Вань, что на неделю, Вань? Можно. Ты мне прям... Сейчас вот как-то вот. Надо только матрас дуной принести. Да. В город съездить, Вань. Да, короче, что все работают.
Как вы так умудрились в Тане-то второе место занять, расскажи. Тренировались много? Здравствуйте, всего 4 раза ездили, и вот результат. Да. В Тургиново? А вы там эту местность уже... В Тургиново и обратно. Ну, да, она говорила, что... А что она сегодня поехала? Говорит, на 2 дня не может. Ну, видимо, работает. Просто смысл ехать на один день, когда можно на 2. Тем более, погода такая. Не, я ничего. Ну да, тебе там что, взял с собой? Взял с собой. Чего взял с собой? Работу. А, работу? 5 минут, 1 минута. Ну тут где тут интернет? Дайте мне выделенку. Блин. У нас МТС, модемы. Нет, не серьезно. Не, ну я думаю, в бортах ты есть станция. 4G, LTE. Нужен 16 раз этот процовый комп, 2 монитора. Ну это... Пока да. Блин. У тебя видео? Да. Я, блин, забыл сегодня карту памяти засунуть. Открой. Зачем тебе? Макс, тебе откроет. Открыть консервы. Так, значит, у нас есть карты, но только надо их найти. Нам сейчас надо сходить за дровами. Показывай. Ну вот, давай. Макс что-то приволок. Ты можешь есть? Ой, давай. А как тебе откроешь? Ты же готов грузить сухой же. Ты же не поршишь. Здорово. Полина, у тебя потом воды с роллтоном нельзя будет? Самый нетерпеливый с горелкой. Что сделаем, Ален? Да? Не, ну вы, вас-то ждать. Манежка, котелок тоже есть. А-а-а. Не, ну надо-то костер же сжигать. Да, костер, а тут горелочка, видишь? А видишь, меня... Да-да-да. Позвали, сказали, банка есть какая-то. Кстати, кусают одного меня? Никого больше не кусают, слепни всякие. Меня уж сожрали. Слепни? Или комары? В городе? Ты на сколько в городе? Где маленький ножик? У меня нету. А у кого он был? У Вани. Посмотри, у него в палатке лежит. Вот где он ковыряется, там должен быть ножик. Вань, где маленький ножик? Да. А ты испугал тебя. Я с кем-нибудь пойду. Я с вами пойду. Да, иду.